Россию надо спасать. Россия в ужасном состоянии. Наша родина-мать, она в беде по-настоящему. Она может быть в какой-то степени в большей беде, чем в годы Великой Отечественной войны, потому что народ был сплоченный. Беда у нас была внешняя, и мы все вместе понимали, наша страна, что на нас напали. Внутренний враг. А сегодня у нас везде, понимаете, они везде сидят, враги. Они нами управляют. Они нас раскалывают по разным признакам, что надо защищать. Нас будут забирать, пытаться возбуждать на нас какие-то дела, запугивать. И вот когда мы за друг друга будем вступаться по разным поводам, неважно по каким. Сегодня один завод закрывают, да, рабочие вышли на протест, а мы, пусть не знаем, мы в разных сферах работаем, вышли, защитили рабочих на этом заводе. Завтра эти рабочие с этого завода вышли на защиту, не знаю, наших законных прав. За объединение, братские народы, ВДВ. Вы все ВДВшники, если вы сейчас сюда приедете, вы просто опозорите. Вас Асхаб Алибеков сидит за будущее вашей страны, отстаивал интересы. Сейчас я отстаивал в Бурятии. И неужели каждого буду так притеснять? Богатая страна, самая богатая страна в мире, а зарабатывают все попрошайничьи. Вчера мальчик ко мне подошел маленький. Вы все видели в прямом эфире. Мальчик подошел, попросил денежку. Это куда годится-то? В какой стране мы живем? В самой богатой стране мира. У нас даже в Бурятии газа нету. «Газпром», «Достояние России», сколько лет говорится с эфира телевизионных камер? У нас нету газа. А трубопровод за границу, в любую страну мира уходит, да, а в России, в Бурятии это нету. Да, мы весь лес спилили вокруг Улан-Удэ. Мы топим дровами, ну, грубо говоря, спиленным лесом, а потому что нету другой альтернативы.